Знакомьтесь, это Саша, простой парень. Ну, чтобы вы понимали, насколько он простой, он мечтает на трассе омывашками торговать. Это пока, а потом я буду казанами торговать. Студенты вузов Самарской области и участники из других городов сразились за выход в 1/4 финала Международного союза КВН Самары. Команды показали приветствие и КВН номер. Участники рассказывают, что подготовка к играм отнимает много времени, но на учебе это никак не отражается. Все игроки исправно посещают занятия и сдают сессию. Капитан команды «Хищники» Алина Плукча рассказала, как готовиться к выступлению. Мы готовимся все вместе, наша команда – это семья. Мы спокойно там, сидим дома, в университетах, мы проводим времени перед играми 24/7, мы живем практически вместе, думаем материал, пишем шутки. По результатам выступления команда Анны заработала 8,2 балла. Выступления «Хищников», а также команд «Уголок чудес», «Волга», «Правком» и «Клевер» можно будет увидеть в четвертьфинале. По решению оргкомитета движения «Самарский КВН» в 1/4 приглашены команды, которые заняли 4-е место в восьмушках. Сюда вошли команды КВН «Волжский проспект», «На крыло» и «Странные люди». КВН «Самаре» набирает обороты, и все участники от мала до велика, я думаю, получают удовольствие не только на сцене, но и в жизни, но и зрители, которые приходят их поддержать. Это их близкие, это их друзья и просто людям, которые нравятся КВН. В чем мне нравится КВН, что выражение «игра обещает быть яркой» здесь олицетворяется на 100%. Вот, потому что КВН, во-первых, в Самаре он всегда яркий. Это событие, и зрители приходят на КВН как на праздник. Игры официальной лиги Международного союза КВН «Самара» проходят при поддержке администрации города. Четвертьфинальные игры состоятся 2 и 3 июня. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.